Выставка называется «Abstract Lightbox». Она была предложена местной художницей Лерой Петуниной, которая занималась изучением местного феномена, когда на время, не оплаченное рекламными компаниями, в лайтбоксы, чтобы защитить лампы, помещают остатки старых баннеров и помещают каким-то таким таинственным образом, что они выглядят как картины на улице, ну и изменяя, в принципе, контекст пространства этим самым. Вот. Нашла очень много людей через интернет. У нас есть еще и фотографии лайтбоксов из Германии. Это прикольно, потому что у нас как-то это сближает, получается, посредством данного проекта. Мне хотелось в своих работах выразить ту мысль, что наш город заполнен рекламой и чаще всего ненужной. Это то, что мы видим во тьме и вместо звезд, например. Мы могли бы видеть звезды, но свет лайтбоксов мешает нам это делать. Мне хотелось обратить на это внимание и как-то привлечь людей к этой проблеме.